И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Крошка, Крошка, Серега, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня мы скачали очень классную карту про школу. Если тебе не кушать, приятного аппетита, а я должен буду найти бомбу и взорвать все к чертям. Серега, ты запрятал бомбу? Конечно, Димас, уже давно. Давайте я улечу. Сопли жевал. Ну что, я начинаю искать бомбу. Видели, куда он полетел? Стреляйте! Да подождите, дайте хоть не чуть-чуть убивать меня. Дайте немножко тут. Нет, не шанса. Да, я вижу. Убивай, молодец. Стоит. Молодец, енот. Крошку, крошку. Он сам мочи полетел. Мочи своих, мочи. Я разрешаю. Мочи. Самое главное, мочить своих. Кстати, знаешь что? Я когда бегаю по траве, его очень плохо слышно. Нет, тебя слышно. Ребята, по траве не ходите. Он два маленьких яйца. Ну ты что, улице, да, запрятал? Нет, блин, в доме. На В пролетел, в текстуры залетел и запрятал. Да, как обычно. Присиженным, короче, протолкнул. Да, да, да. Вот, нет, я слышу запах пороха. Запах пороха? Какого пороха? Бомба без пороха. А, слышу запах атомов. Но она же не атомная. Уран, уран. Да-да-да, ураном. Ребят, настроение классное. Как всегда, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Я знаю, Серега, где бомба. Ты возле нее трешься по-любому. Нет. Нет. Серег, значит, он будет сейчас возле тебя. А, он на меня прыгает где-то. Да-да-да-да-да. Я хочу тебе говорю. Убить. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Я его не вижу, я потерял. Ты меня не видишь будет никогда. Взорвать тебя еще. Блин, ты, наверное, опять запрятал в трех домах, и как-то видно, никогда не видно. Кто знает. Я найду, я найду. Классно вот таким маленьким челепистриком играть. Был бы я большим, вы меня бы сразу спалили. Ракетница. Ну, ты бы нас быстро убил. Ну, конечно. Для тебя ракета готова. Вижу бомбу, она... А, не, она не может так высоко быть, да? Ну да, это глупо. Где-то вот тут... А, я знаю, Серега, ты, наверное, знаешь, как запрятал? В корнях. В деревьях. Или на дереве. Блин, а как же ты мог запрятать? Не, ну это только если маленькую. Блин. Я всю карту обежал по кругу. Ай, рядом! Тихо, тихо, тихо. Где он? Взрывай. За домом. За домом? За каким? За желтым. Тут нет желтого дома. Ты дома где? Я блин, дома, увидел, да? Увидел, красава. Базара нет, красавчик. Хорош. Молодца. Как говорится, заруинил катку я. Серега, давай еще какую-то подсказку, чтобы хотя бы какой-то ближе вариант был найти ее. Деревья, деревья, деревья. Зеленый газон, тротуар. Она в деревьях? Она, короче, на земле или в подвешенном состоянии? В подвешенном состоянии. Ах ты бомж, как я вообще ее найду? Это вообще нереально. Она на дереве в ветках лежит? Нет. Кто знает. Не, ну подскажи, потому что карта реально здоровенная. Нет, она не в ветках, Димас, но она в подвешенном состоянии. И довольно-таки я тебе хорошую подсказку дал сейчас. Где ты у нас сиди? Так, подвешенное состояние, но не на ветках. Угу. Фу, ё-моё, обстоятельства, сам себя убил. Знаешь, где она может быть? Она на крыше дома или нет? Ну, возможно, все возможно, Дима. А я, а как я допрыгну? Как хочешь. Так ты чужой же, ты можешь прыгать. Я могу прыгать, но не высоко. Ну, прыгай высоко, значит. А, вот так ты со мной. Да, логика. Заговорила. Логика енота. Если хочешь не прыгнуть высоко, просто прыгни, да. Если не можешь прыгнуть высоко, то прыгни высоко. Безумно можно быть первым. Так, где же бомба? Он чужой! Эй, ты чё такой дерзкий? Я бомбу ищу. Ого, обстрел. Я, знаете, ходил, психанул. Ого. Умер. Да, свой. Умер свой. Обстоятельства. Да, ничего не знаю, попаду и ничего не знаю. Ну, Серега, ну где бомба? Ты опять меня троллишь. Нет. Ах ты какашка! А ты что дывал?
Отлично. Если есть, значит, обстоятельства. Отлично. Серега, он на заборе где-то лежит? Нет. На ветках? Ну, на ветках-то нет, на деревьях. На стенках. Нет. На стенках. На стенках, да. Ну, я знаю, что на стенках просто не могу найти. Еще лучше. На стенках школы или домов, которые вокруг? Ну, это как-то уже слишком. Трудняюсь ответить, да. Да, да, как-то... Да, как это уже слишком. Ты понимаешь, что мне бы просто карту облететь по кругу? Знаешь, сколько отнимает времени? Я в шоке, вы меня дурите. Нам некуда торопиться. А, вот так, значит. Да. Мне кажется, я знаю, где Серега мог её запрятать. Мы чай успеем попить. Серега мог её запрятать. Я ошибся, но он сейчас... Осталось поставить столик и чайник заготовить. Блин, я всю карту облетел 3 раза 1000. Значит, плохо облетел. Да знаешь, когда ты не знаешь, где предмет, как ты так умничать будешь? Как я. Ну, как ты. Ребят, далеко друг от друга не отходите. Серега, дай еще подсказку. Ну, дома. 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 Ты понимаешь, что я эти дома уже видела много раз, и тут ничего нету. А я сейчас тебя со зла буду есть. Давай. Ребят, давайте ко мне все поближе. Он сзади тебе идет. Бомби. Да я никогда не найду. Он меня поймал. Вообще взрывай. Ой-ой-ой-ой, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Он быстро умирает с пульсовой пушки. Да, но вообще моментально. С пульсовой пушки он умирает. А Серега обманул меня. Тут нету бомбы, нет. Тоже нигде. Так, короче, как так играть, если вы меня... Может, ты ее не прятал? Спрятал я бомбу, это ты слепой. Да какой слепой, если карта не видно ничего. Давно ты к окулисту ходил, Димас. Ты меня оскорбляешь. Нет, я троллю тебя. Я не понимаю, я все дома прям прочекал. И прям все... Плохо. Плохо, очень плохо. Ребят, вы же видите бомбу, да? Я ее сразу нашел. Вот, даже енот нашел. Я тоже. Прикинь, даже енот нашел, значит, ты найдешь. Совсем вообще нет. Не стреляй! Оно появилось. Блин, Серега, ну такая бомба неочевидная была. Давай очевидную какую-то в этот давай раз. Давай поменьше. Не, давай побольше, только не говори подсказку. Давай большую бомбу из НК, только не говори подсказку. Ого, это взрыв идет до сих пор? Да, это вторую. Офигеть, ребята, классно я их доказал. Да блин, она все белая вперед была, и как будто часть карты, как узнать того? Давай, короче, я захожу вовнутрь здания школы, и ты прячешь большую бомбу, но нет подсказок никаких. Должен сам догадаться. Хорошо. Значит, не надо будет ничего там взрывать. Ну, только большую бомбу, не маленькую. Ребят, у футбольного поля все держитесь, чтоб я вас всех видел. Вот Арекса вижу, Спанчбоб у нас. Ну, блин, я хочу тебя съесть, а он не... Он опять вот здесь не... Ура, я его скушал, он такой вкусный. Нет, ну это нечестно. Честно, честно, как нечестно. Снег невкусный, снег невкусный. Не ешь зеленый снег. Хэштег «снег невкусный». Хэштег Димас Кабак. Это тоже. Как ты? Да блин, убили! Замочили! Отвечаю, я думал, у меня такие жизни мощные. Не-не-не, Димас Кабак, хоть не хочешь? Когда за тобой бележит пулемет, бележит, да? Бележит. Бележит. Так, может тут? А ну давай вылазь. Хватит прятаться. Да как вылазь, если вы меня мочите сразу? Ну, а ты пытаешься нас ловить. Хорошо. Все друг от друга на приличном расстоянии. Появился. Где? Чтоб патроны закончились. Чтобы вы не умничали. У него осталось мало хп. Так, блин, прям в голове что. Серега угорает. Красавчик, тебе нравится? Появилась. Да блин, дай посмотреть карту. Обойдешься. Да. Ты уже ее сколько раз обсмотрел. Так если вы хотя бы сказали, где искать. О, ты блин. Да ладно, да выстрела в голову. Это было больно, если честно. Ладно, давайте подсказку, я не могу найти. Желто-черная
Толстая бомба. Шикарно. Я его тебя хочу убить за то, что ты мне не даешь бомбу. Собака. Ай. Димас, сдаешься? Честно. Да вот так вот. Ой. Офигеть, взрывчатки. Он свет. Ты бы сказать, что она сразу это на потолке где-то, я ищу ее внизу. Едро, ну что ж, если вам понравилось эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.